центра. Это елка щелкунчик, мне кажется. Оль, ну как? Годится? Мань, ты что делаешь, доча? Ужин, собственно, то, что мы купили, это сыр, оливки, безглютеновые хлебцы я себе купила, хумус мечтала, и мама себе небольшой батончик такой, Оленька. Мам, это перебор, ну ты куда это вообще? Ну, мам. Мечта. Смотрите, здесь запечатывают, как в самолете, рюкзаки, да. И не надо ничего в пакет упаковывать. Очень это удобно, кстати, очень удобно. Так, все, проходим. Ну что, похож на Машеньку снеговик? Мне кажется, это копия, особенно нос, посмотрите. Ну, и, как вы думаете, много продуктов мы купили? Немного, но одну большую. Дорогие друзья, нам дали большую тележку. Я не знаю, здесь я могу поместиться. И еще одна такая, как я. Это сколько же продуктов надо купить? Я... Ну, здесь можно прийти в супермаркет и уже поесть. Все дают на пробу. Все все едят, и все, и тебе причем дают с удовольствием все. Не то, что у нас там кусок и все, тут могут прям вот порцию положить. Для них 100 грамм, это я не знаю, даже не распробуют. Вот, сардельки, тут все прям шикарно. Смотрите, мама снимает, что-то снимает, блогер, блогер, блогер от Бога. Так, вот на той стороне казино у нас. А на это автобусная остановка. Посмотрите, как она уютно расположена. Здесь даже можно присесть. Мы едем обратно. Привет! Такой вот автобус с музыкой. Тусовка роскошная, мы идем домой обратно. Вот, с музыкой идем, с музыкой уже, все не так плохо. Оль, потанцуй, Оль, Оль. Мама, ты на огонек решила заглянуть-то, что? Нет, просто музыка хорошая, красивая музыка. Я предлагаю идти, мам.